kumar önümüllerde ki hama bema uzun spatoşu gelirlerde sağ. Lekin adbortu da bir neyse de Moşin Grand Prix boştan yedi. 3000 dolar ki kempiyonski poyuz. Hama ilerde kuran damız. Bu modelerde işte. Bugunning o'zida boshlang va Mosbet bilan chempion bo'ling. Mosbet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi kirganlarga 3 million so'm bonus. O'z hayotingizni muallifi bo'ling. Битвы за Гран-при. Это лига R3. И сегодня у нас турнир проходит в городе Москва. В большом зале на почти порядка 1000 мест. Это крылья совет. Тут нас ждет порядка 25 бойцов. Самых лучших бойцов, которые отобрались. До этого у нас прошло 3 турнира в городе Санкт-Петербург. И сейчас мы зашли в столицу России. И сегодня будет поистине жарко. Так что градус накалится просто нереально. Ну что, я думаю, все готовы, и мы не будем откладывать это на долгий наши. И мы начинаем! Всем, которые нам помогают, поддерживают, всем отдельное спасибо. Мы ценим, уважаем. Тогда, друг мой, давай позовем первую пару. Да, ну что, дорогие друзья, у нас первая пара, и это весовая категория до 57 килограмм. И первого в красный угол октагона я хочу позвать бойца, представляющего Узбекистан. Встречайте, Южака Шатунов! Под названием «Львиная битва». Для вас сегодня комментируем я, Игорь Изанцев, Георгий Цгоев. Георгий, привет! Всех приветствую с крыльев советов из Москвы в эту жаркую погоду. Думаю, сегодня будет жарко, но спокойненько. Да, друзья, нас ждет настоящий марафон. 25 боев подготовила для нас промоутерская организация «Львиная битва». Турнир подготовленный, мы должны это отметить, Рустамом Рахмоновым, организатором боев компании R3, а также Северо-Западной региональной общественной организации боевого самбо. 25 боев нас сегодня с вами, друзья, ждут. Ассаламу алейкум, меня зовут Южаков Шахбоз. Я с родом из Узбекистана, Ферганская долина. В 2019 году я приехал в Москву на заработки. Чуть-чуть были осложнения дома там. С заработками я, ну, меня знакомые позвали, что такой турнир есть. Поучаствуй, покажи себя, может, получится там. И я подумал, я вышел. И вот хочу достичь своей цели, я поставил себе цель. И буду достигать. Всем ассаламу алейкум, братья. И первыми выходят в октагон Южаков Шахбоз и Мажидов Мухтаржон. А его соперником из Синьорда станет также боец, представляющий Узбекистан. Встречайте! Мажидов Мухтаржон! Мухтаржон, на мой канал, в голову!
хорошо. Выходит в октагон. Да, выходит в октагон Маджидов Мухтаржон. Ему 22 года, его вес 57 килограммов. Рост 1 метр 80 сантиметров. И его рекорд — один профессиональный бой, одна победа, одно поражение. Assalomu alaykum, mening ismim Majid Muxtorjon. Zalda ko'pchilik meni Bek deb chaqirishadi. O'zimga ham bu yoqadi. Bu o'zim uchun bir taxallus. Xudo xohlasa katta-katta arenalarda chiqib, o'zbek o'ziga bekligini ko'rsatish maqsadida o'zimga taxallus sifatida qo'yib olganman. Men Namangan shahar Partizda istiqomat qilaman. Yoshligimdan sport turiga, futbol, MMA, boks sport turlariga juda ham qiziqib kelaman. Yoshligimda kickboks bilan shug'ullanganman. Oilaviy sharoitim to'g'ri kelmaganligi sababli Moskvaga 2018-yil ishlash maqsadida kelganman va Shohjahon gym ochilganini bilib, Shohjahon akaga hozir rahmat aytib qo'yaman. Bizga sababchi turibdi bo'ldilar. Shohjahon gymga keldim va o'zimni ma'lum bir yo'limni topishga harakat qilib, hozir 1 yildan oshiqroq muddat bo'ldi shug'ullanib kelyapman. Xudo xohlasa inshaalloh hammasi yaxshi, natijalarimiz bor inshaalloh. Bizlarni qo'llab-quvvatlab, poddesh qilib turinglar. Inshaalloh hammasi yaxshi, zo'r bo'lishi kerak. Xudo xohlasa 26 iyunda sherlar jangi bo'lib o'tadi. Rustam Rahmonovga ham rahmat, bizga shu imkoniyatni berdi. Sapernikimni ko'rdim, yaxshi. Xudo xohlasa zirettilishni bo'y, chiroyli bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz. Sapernikimga omad. Итак, друзья, напоминаю формат сегодняшних поединков. 3 раунда по 3 минуты. Разрешена борьба в партере, но партер ограничен. Так, наш турнир начинается с боем на легчайшей весовой категории. Вот представитель Узбекистана. Да, 57 килограммов и сразу же мощнейшая атака. И
фактически боец оказался в нокдауне. Он защищается сейчас, пытается сдерживать натиск Шахбоза после пропущенного нокдауна, пытается встать. Стоп! Получается. Да, получается встать. Друзья, не удалось пока финишировать бойцам. И бой вновь продолжается в стойке. И сейчас мы видим, что уже Мухтаржон атакует, он находится в позиции сверху. Попытка удушающего, хорошая позиция. Да, есть возможность, да, проводить удушающее. Нам, кстати, к сожалению, с этого ракурса не очень видно. Захват был достаточно плотный, но нет, удается вырваться Мухтаржону. Шахбоз теперь вновь находится сверху. Очень активно Шахбоз начал, отправил дважды в нокдаун своего соперника. И минута до конца первого раунда остается. Да, динамичная формула боя. Три раунда по 3 минуты. Времени меньше бойцам для того, чтобы разобраться в том, кто является победителем, кто идет в этом бою, размен ударов. Сейчас были обоюдные попадания. Проваливает Шахбоза. Да, и бой идет прямо на нашей комментаторской позиции. Остро атакует коленями сейчас Мухтаржон. И раунд подошел к концу. Ну как впечатление? Очень круто, как мы предполагали, если тобой будет жарко, как и не только на улице сегодня в Москве, но и в октагоне, в крыльях советов. И практически без разведки начали первый раунд оба бойца. И Шахбозов, и Мухтаржон, и уже мы видели, были нокдауны. Вот сейчас мы видим как раз на повторе, это Шахбоз попадает левым боковым, и была возможность добивания, но Мухтаржон, вот еще один нокдаун, но и нужно отдать должное мужеству Мухтаржона, крепость его подбородка, да, выстоял такие удары. Да, выстоял, смог подняться. Тем более в первом раунде, когда еще соперник был свежий, и, наверное, сила его ударов значительно будет отличаться, чем... Честно сказать, у меня было впечатление такое, что бой закончится прямо вот в первом раунде. И фактически дважды Шахбоз мог победить в этом бою. Как хищник набросился на своего соперника Шахбоз. И даже попытка удушения, но сорвался захват. Богатый на... Ну что, второй раунд, и посмотрим, насколько сохранили силы оба бойца. Несмотря на свой высокий рост для наилегчайшей весовой категории, Мухтаржон подпускает очень близко себе Шахбоза, хотя 10 сантиметров разница, я думаю, это нужно на дистанции попробовать вести бой. И вновь попадает Шахбоз. Пока терпит все удары. Тихо. Страсти накаляются.
Доктор Джон все видел, все читал. Мидл кивер. Доктор Джон заходит в корпус. Шаг влево. Попытка встретить его. Так, и давай посмотрим, если нет, вырывается Мухтаржон из захвата. Есть попытка, да, зайти за спину, заходит за спину Мухтаржон, и есть возможность взять плотный захват. Так, заправлены ли ноги? Да, заправил ноги. Ноги заправлены, растягивает. Сейчас корпус. Да, и вот то, о чем я говорил, маркер у нас ограниченный. Дается какое-то количество времени на то, чтобы реализовать свои попытки провести удушающий болевой. И есть еще одно попадание. Шарбоз вновь попадает. Очень остро Шарбоз работает. Стойкий ударник. Сразу видно, и динамит у него в левом. Да, левом. Сразу видно хорошо поставленные удары. И... К сожалению, немного информации у нас о вообще о бэкграунде бойцов. Но есть такое подозрение, что какого-то ударного вида спорта, кикбоксинг или боксинг, Шарбоз, учитывая его мощь, его кулаков. И вот теперь мы видим, что Мухтаржон оказывается в фулл-маунте. Явно была ошибка Шарбоза. Находился он в хорошей позиции, но вот эта ошибка в партере, и вновь отдает шею. Но судья не дает продолжить. Да, вновь такие правила. Вновь поднимают бойцов в стойку. Тяжело поднимается Шарбоз. Много сил отдано. Еще один слева бойцов попадает Шарбоз. И закончен второй раунд. Бескомпромиссно, конечно, зарубились. Ребята. Ильшатов Шарбоз, представитель Ферганы. Его соперник Мажидов Мухтаржон. Наманган. Наманганский боец. Так, смотрим повторы. Очень острое попадание, и практически все, что Шарбоз выбрасывает левой рукой, все доходит до цели. И вот это попадание, конечно же, я думал, что все, вот сейчас будет поставлена точка в бою, но нет. Мухтаржон выстоял в очередной раз. И как ни в чем не бывало, он переводит партию своего соперника, когда он делает просто болевую работу. Отважный боец. Ну и стойкий боец. Вот чувствуется, что есть подготовка очень хорошая, в том числе и психологическая, несмотря на пропущенные удары. Ему удается выдерживать весь этот натиск. В общем, сильный удар очень. Да, сильный, акцентированный удар. Заключительный третий раунд в первом бою. Лучший боев. Львиная битва. Да, сразу же Мухтаржон пошел в борьбу. Все получается. Вторая попытка пройти. Зацепи его голову, не надо на кофе. Чуть-чуть есть ощущение, что успех еще все-таки предыдущий. Но это очевидно. В стойке, конечно же, в стойке Мухтаржон упал. И вот здесь мы видим, не очень удачно действует в партере Шарбоз. И Мухтаржон вновь оказывается в фулл-маунте, наносит удары. Слышит хэммерфист и другие. И вообще-то это пассивная защита. Шарбоз сейчас не защищается, он не ведет активную борьбу. Бой. Все, бой остановлен.
И несмотря на три нокдауна, которые был вторжен, он финишировал. А это не финиш. Это не финиш. Это всего лишь закончилось время партера. Приношу свои извинения зрителям за дезинформацию. И сразу мы видим, как только бойцы оказываются в стойке, преимущество сразу же оказывается у Шарбоза. Его острые атаки руками, явно хорошая боксерская подготовка дает о себе знать. Сближение Шарбоза. Устали. И рефери принимает абсолютно правильное решение, потому что борьбы никакой не происходило. Рефери принимает решение поднять бойца в стойку. Перешло на формат 3-3, Игорь. Он добавляет динамики и зрелищности. Но, естественно, у тебя меньше на 2 минуты для того, чтобы навязать свое преимущество, что-то сделать. Меньше времени на раскачку. Очень много сейчас пропускает Шарбоз. Конечно же, этот раунд можно записать в актив вторженных. Еще раунд закончен. Закончен бой. И вот мы видим, в октагон выходит Рустам Рахмонов, организатор турнира «Львиная битва». А мы ждем судейского решения. Напряженный бой. Но, на мой взгляд, победил Мухтаржон. Вот, несмотря на пропущенные нокдауны в первом, во втором раунде, в третьем все-таки больше получалось. Наверное, все-таки за счет того, что Мухтаржон сохранил больше сил, лучше был функционально подготовлен. Я не знаю, как будут считать судьи баллы. Учитывая активность Мухтаржона, попытки... Ну что, дорогие друзья, у нас есть решение в этом бескомпромиссном и ожесточенном бою. Боевая ничья! Я думаю, что справедливое решение, потому как в первых двух раундах больше сделал Шарбоз, у него были нокдауны. Он острее атаковал стойки, но затем потратил много сил в борьбе. Вот чувствовал, что функционально бороться он не очень готов. Много сил отдает и... Давай, сиди.
Слушай, ну, да, обратите внимание, друзья, столько сил отдано борьбе в прямом и в переносном смысле, что у Шахбоза не остается сил даже давать интервью в стойке. Да, он до сих пор. Всем ассаламу алейкум, ребят. Встань, брат, встань. Вы извините, что так получилось. Я мало тренировался на этот бой. Ребят, в следующий раз не подведу. В следующий раз будет первым раундом заканчиваться все. От души буду тренироваться. Спасибо Игрому Мухтаровичу. Этот человек для меня все эти дни сделал. Я ему много благодарен. Стану Ахмонов, спасибо, то, что приняли меня. Извините, что так получилось. Не, нормально. Оба бойцы, так молодец, что будут на гран-при. Не все планы у меня пошли. Я дебют, первый раз дерусь в сетке. Теперь буду знать. Ну что, дорогие друзья, это был Южанов Шахбоз. Стальная челюсть. Я думаю, что все будут рады увидеть на реванше толпой. Ну что, а мы тебя сами двигаемся дальше. Faqat siz uchun ajoyib taklif. Sizga yuk tashish kargo xizmatini taklif etamiz. Endi yuklaringiz Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan O'zbekistonning istalgan 12 ta viloyatiga uyingizgacha yetkazib beriladi. Xizmatlarimiz kafolatlangan. Adminga telefon qilganingizda YouTube'dan Azizadan oldim desangiz, chegirma qilib berishadi. Aziz musofir dindoshim, sizni og'iringizni yengil qilishimizdan mamnunmiz. Года бойцу из красного угла Дастону Пашакулову. До весовой категории до 66 килограммов. Дебют в профессионалах. Assalomu alaykum. Mening ismim Pashoqulov Doston. Men Tojikistondaman, Riga shahridan. 2 yildan beri MMA sport bilan shug'ullanaman. Moskvada kelib 2015 yil Moskvada kelganman. O'shandan beri MMA sportlari bilan shug'ullanib, sportga qiziqishim kattaligi tufayli sherlar jangiga qatnashishga harakat qilaman. Inshaalloh yaxshi bo'y ko'rsatamiz. Trenerim Sattorov Rahmatullo aka, rahmat aytaman. 2 mahal tinirovka qildiribdi. Sapernikim hamma bo'ldiga omad. Bizni zaldan 4 ta bola urishibdi. Ha, ularga ham omad tilayman. Hammalaringa omad, yarki pobedalar tilab qolamiz. Akrambek Haydarov. Akrambek Haydarov, город
Андижан, Узбекистан. 23 года, ровесники. Спортсмены. Да, практически ровесники, но у Акрамбека Хайдарова один бой. Правда, в любителях? Да. И сейчас профессиональный дебют. Шакулов и Акрамбек Хайдаров готовы вступить в бой. Первый раунд. Зарубиться. Активных действий нету, прицеливаются. Достон Пашакулов занял центр октагона и попытка была удара ногой. Вот первая попытка пробить правый боковой от Хайдарова не попадает. Но напряжение чувствуется, вот, несмотря на то, что ударов не так много, и бойцы, в общем-то, в бой еще не вступали. Чувствуется это напряжение, и все готово к взрыву. Да, не рискуют лишний раз, хотят выверенно атаковать. Но в какой-то момент кто-то из бойцов все-таки должен будет рискнуть, когда почувствует, что вот сейчас можно начать атаковать. Больше действий рефери требует от спортсмена. И вот они действия начинают. Не стали себя долго ждать. Несмотря на прихваты сетки, Достон Башакулов уверенно переводит от Андрея Хайдарова. И сдача! И сдача! Как быстро! С рукой задушил его. Ручным треугольником. Ручным вот треугольником. Вот это, Игорь, будет точно ручной Достон треугольник. Достон Пашакулов. Да. Очень быстро. Решает. Это было красиво. Этот бой, да. И вроде ничего не происходило, да. Вроде как бы ходили бойцы друг напротив друга, что-то изображали. Разведка боем. А потом один взрыв, перевод и удушающий прием. Я хочу сказать, что ты на опыте прочитал то, что что-то готовят они.
Вроде как медленно запрягали, и быстро развязка такая. Ну что ж, давайте посмотрим повтор. Интересный был эпизод. Вот в этот момент, да, удается пройти. Четкий захват и сдача. Да, это было быстро и очень красиво. Большое уважение, поддержки Акрамбеку Хайдару. Давайте еще раз пошумим, ребята. Вот это поддержка. Роман Долгунин. Акрам, ты не расстраивайся, мы обязательно ждем тебя слова. Дальше будем. Ну что, Тасон, на правах победителя даю тебе слово. Что хочешь сказать, кого хочешь поблагодарить за брат твоего тренера? В первую очередь я хочу сказать Алхамдулилля. Алхамдулилля. Победа поражения все от Аллаха. Я хочу сказать спасибо нашим старшим брат Сатор Рахмадулла. Хохурто Усмону Пагалуэ. Старшим брат, братчим брат. Сызган Катлину Рахмадулла. Датажон Хан Сусу Рахмадулла. Борис Бешкин. Дубе Дубе Дубе. Hazır hammaga kattakon rahmat. Rustam aka rahmat shuncha qo'llab biz musofir deyotgan bolalarga organizatsiya ochib nima qildi. Kattakon rahmat aka. Iloim sapernikim yaxshi o'ziga dastoyni bo'laydi. Sport yutish yutqazi hammasi Allohdan. Iloim keyingi boylarga yutsin. Rahmat aka. Sattor rahmatullah akaga kattakon rahmat aytaman. Tohir aka Usmonovga, Pakyavga hammalarga rahmat. E'tiboringizga Sankt-Peterburg shahridagi R3 Maximus Gym yangi sport klubi ochilganligini ma'lum qilmoqchimiz. Murabbiylik vazifasida esa juda ham ko'plab shogirdlarni katta sport maydonlariga olib chiqqan mashhur jangchi Maksim Kuldashev. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin. Bizning manzil Yelizarovskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36-uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Sport sog'lik garovi. We'll be right back.
Итак, в синий угол выходит Деликай Артур по кличке Панда Самурай. Его рекорд — одна победа, одно поражение на профессиональной арене. Это мастер спорта по боевому самбо, первый взгляд по панкратиону и первый взгляд по союзу ММА. Деликай Артур направляется в октагон. Да, у нас замена произошла в этом бою. Вместо Шахиева и Матбека выходит Деликаев Артур. Нас ждет дагестанское дерби. Совершенно верно. Ему 24 года, рост 85 сантиметров. Его рекорд по любителям — одна победа, ни одного поражения. Он представляет команду «Орлов Тим». Каспийск, Россия, Джава, Балагайе! А справа меня смогут его соперники. Он представляет команду «Абарк Тим», СНГ Кизелюр. Ему 25 лет. Он по прозвищу Панда Самурай Деликай Артур! По жестам Артура можно предположить, что он занимается ушу-саньда. Такие характерные жесты для китайских единоборств. Кулак приложен к ладони. И мы знаем, что в Дагестане одна из сильнейших школ ушу-саньда. 30 секунд дается фактор. Завид Магомед Шарипов как раз выходит из дагестанской школы. Санида. Кстати, и школа тайского бокса очень сильная в Дагестане. Много чемпионов мира по тайскому боксу. А это на самом деле напоминает Инда, что бомбардировка, потому как Джавад напоминает по фигуре такой тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны, который выбрасывал огромные бомбы. Во время такой бомбардировки, конечно, правило 30 секунд лучше даже на руку принимающей стороны. Джавада с борьбой все хорошо, легко он прошел дистанцию ближнего боя и сразу же вышел за спину, берет спину Джавад. Есть возможность наносить удары и подготовить плацдарм для атаки шеи. Сейчас работает Артур с дистанции.
И, собственно, ему и нужно было бы эту дистанцию удерживать, но, к сожалению, не всегда это получается, особенно против таких массивных бойцов, которые как таран сметают своих оппонентов, выходят на дистанцию ближнего боя, и здесь уже решает тот, у кого борьба лучше. Да, даже если не проход делает, то буквально сносит жеваться его соперника. Да, Артуру нужно движение, больше двигаться, не стоять на месте, не пытаться в статичной позиции остановить своего оппонента, потому что это просто нереально. Да, и даже по своим данным физически он более длинный, надо выдерживать дистанцию, продержать на дистанции. На мой взгляд, работа Артура – это работа с дистанции, набрасывать удары и смещаться, постоянно смещаться, ни в коем случае не стоять подолгу на месте. Потому как только Артур останавливается для Джавада, это сигнал для его атаки. Он просто разгоняется, и остановить его здесь, но очень сложно. Массы Артура явно не хватает для того, чтобы просто ударами остановить. Начинается второй раунд. Итак, второй раунд. Посмотрим, какие выводы сделал. Вот хороший удар прямой ногой. В тайском боксе этот удар называется тип. Хорошо проваливается в телекарту. И вот, собственно, начал делать то, о чем я говорил. Артур, он начал смещаться, он не стоит на месте, он не пытается остановить из статичной позиции своего оппонента. И Джаваду уже сложнее своего оппонента доставать. Неплохо пробивает в корпус. Ногой. Пробивает неплохо, но, на мой взгляд, нужно наносить удар и сразу же смещаться. Вот обрати внимание. Как только застоялся, да, Артур статично оказался перед своим оппонентом, Джавад тут же перешел в борьбу, тут же прошел. Очень легко он проходит в ноги. И, повторюсь, остановить его практически нереально. Ну, а здесь, обратите внимание, да, выключил руки Джавад и практически расстреливает. Вновь бомбит, занимается бомбометанием Джавад. Это не остановка боя, это просто... Истекло время. Джавад полагает, что будет в конфронтацию с рефери и со всем. Ну, вот совершенно зря он сейчас это делает. Не получилось уже разбудить рефери. Артуру надо двигаться. Очень хорошо
получается контратаковать колено. Неплохо сейчас колено. И двигаться, ни в коем случае не стоять, не прилипать спиной к сетке. Ну, здесь, конечно же, стихия Джавада. Граунд энд паунд абсолютно разрушительный. Мы уже сравнивали с бомбометанием. Это просто атомные бомбардировки. Вот на этот раз это была досрочная победа. Телекаев, он не сдавался и пытался защищаться. Он не был в пассивной защите, он как-то держал руки и вроде как сопротивлялся. Я думаю, одна из причин, почему Джавад так начал скандалить, потому что заканчивались силы, он просто все последние фактически силы отдал. Да, последние силы были отданы именно на атаку. Да, на атаку в предыдущем эпизоде. Доволен Телекаев Артур решением этим. Да, секунданты в углу у Джавада показывают, что любой из них готов выйти в любой момент. На коротком уведомлении. На любой краткости уведомления с любым оппонентом в любом весовом дивизионе. Абсолютно. Разница в 7 килограмм где-то будет, я согласился. Разницы нет с кем драться. Да, разницы нет, все равно я согласился. О, молодец. Его с победой. Вот. Всех благ. Нравится мне такой подход. Разницы нет с кем драться, когда драться. Воин, настоящий воин. Утром позвонили, вечером приехал, провел бой. Кстати, на заре своей карьеры Алексей Олейник проводил там в неделю несколько боев, причем абсолютно неважно, готов, не готов, какое там уведомление, длинное, короткое, кто твой оппонент. Просто звонили: Алексей, нужно подраться. Алексей выходил и дрался. Ну и пользуясь случаем, время нашего эфира плавно подходит к концу. Если у меня правильная информация, у нас два боя впереди. Пользуясь случаем, хочу сказать, что сегодня Александр Волков, ну как сегодня, завтра утром в ночь субботы на воскресенье Александр Волков будет биться в очень важном для себя бою. Противостоять ему будет Сирил Ган, очень опасный оппонент. И кто бы что ни говорил, имеющий поражение, да. На мой взгляд, Сирил Ган — это очень опасный противник, очень подвижный, хорошо бьющий, чемпион мира по тайскому боксу. Александру будет очень непросто.
знаю почему, но именно в этом бою, Игорь, я какая-то у меня подозрительное спокойствие за Александра. Я просто уверен в его победе. Не знаю почему.